на стенде компании Zond. Сейчас Владимир нам расскажет о новинках. Пойдемте. Так. Оп, 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 оп. Пролезли. Ну, Владимир, что у нас нового в этом году? Да, на нынешней выставке у нас премьера нового устройства. Это новый контроллер, позволяющий управлять каскадом из двух котлов в погодозависимом режиме, Zond Climatic. Это совершенно новая модель. Базовая комплектация, максимальная комплектация, она управляет, как уже сказал, двумя котлами, либо по сухому контакту, либо по цифровой шине. Цифровая шина используется либо EBUS, либо OpenTerm, либо Navien. Зависит от того, какие котлы будут применяться. Адаптеры встраиваются внутрь устройства, и они сменные. Кроме того, блок получил впервые панель управления, с которой можно в том числе полноценно установить все настройки. Панель позволяет, можно сниматься и перемещаться в другое место на расстояние до 15 метров. Значит, в комплекте с устройством идут 6 датчиков температуры NTC, предназначенных для контроля теплоносителя. Кроме того, к нему могут подключаться датчики проводные D16S20 до 20 штук и датчики беспроводные до 40 штук температуры комнатного и уличного исполнения. Блок запитывается от 220 вольт, и выход у него силовые, то есть нагрузку, насос, сервопривода можно подключать по питанию непосредственно от блока управления. И что очень важно, внутри плата выполнена таким образом, что каждый контур предназначен для решения своей задачи. То есть для монтажника это очень удобно, он никогда ничего не перепутает. Так, получается. Да. Ну, естественно, это устройство сохраняет возможность дистанционного контроля управления через интернет, который обеспечивается как за счет GSM, что у нас стандартно было, так и за счет модуля Wi-Fi, который тоже на борту. Встроенное резервное питание позволяет работать при потере напряжения основного какое-то время и информировать владельца об этом событии. Ну а беспроводной панели? Пока нет. Но стремимся. Но стремимся. Мы всегда стремимся. Вообще замечательно. Ну что, хочу сказать, спасибо. Очень интересное решение. И мне понравилось, что именно панель теперь присутствует. Это то, как раз, что нам долго не хватало, ибо, ну, частые вопросы, как настроить систему, находясь в котельной. Mm-hmm. Нет Wi-Fi в этот момент, допустим, дом строится, ну, есть определенные сложности. Ну, да. Сейчас это все решается удобно. Причем спектр настроек очень широкий, и он полностью дублирует те настройки, которые у нас заложены в веб-интерфейсе. То есть это полноценные настройки прибора. Вообще замечательно. Ну, спасибо большое. Пойдем мы дальше. Спасибо вам.